Кокориную Мамаеву разрешили настрогать в следственном изоляторе оливье. Они сами будут себе строгать оливье? Конечно. А кто их будет строгать? Ну, мало ли, они друг друга будут строгать, вот и подарочек. Вот друг друга будут строгать. Включите песню какую-нибудь. Что? Блин, я не могу петь нормально. Помоги! Вы что, застряли? Ну, конечно. Уа-уа! Здравствуйте! В эфире «Интернет и Шеремет» – самый гетеросексуальный, самый толерантный, самый мракобесный обзор важнейших новостей интернета. В студии Иннокентий Шеремет и Кристина Сисина. Иннокентий Викторович и Кристина Николаевна полностью сейчас вам прочистят мозги. Почему мы так сидим? Вот в таком бидоне. Почему я должна так сидеть? Вам-то товарищ идиот. Сисин. Вам вообще прекрасно. Вы как будто в этом и пришли. Кто? Объясните нашим телезрителям, за что? Товарищ Сисина, в минувшую субботу, так, 27 лет назад, в стране приключилась великая радость. Угу. Понимаешь, 8 декабря 1991 года, еще раз говорю, 27 лет назад трое замечательных господ собрались в Беларуси, в Беловежской пуще, распустили Советский Союз и учредили СНГ. Содружество. Можешь расшифровать? Вы же только что начинали. Ну, я начинал, а ты можешь расшифровать? А вот и не буду. Содружество независимых государств. И, ребятушки, тут же, ровно 27 лет назад, вот прямо в это самое время, и вот начались святые 90-е. Сразу, ну почти сразу, стало много колбасы и свободы. Вот ты понимаешь? И сразу всем стало очень хорошо. Мужчины наконец-то начали красиво одеваться. Вот так? Понимаешь, да. Они наконец получили возможность официально носить красивые ювелирные изделия. Они стали пить баночное пиво, понимаешь? У них баночное пиво, жвачка, читать Солженицына. Все стало очень хорошо. И вот сейчас немного о том, о чем мы вам рассказывать не будем. Чубайс обвинил россиян в неблагодарности к олигархам. Божечки ты мой! Да, ведь святые 90-е олигархи не только спасали народ от голода, но иногда платили им зарплаты. Угу. Голубой огонек признали зашкваром. Поддерживаю вообще полностью. А Первый канал все-таки пригласит рэперов на «Голубой огонек». Я знаю, вы против этого наверняка. Ну, двумя руками за. А, да? Шкварится так шкварится.